За империю или за братьев Бури? Сегодня, друзья, вы узнаете, за кого я и почему я так думаю, все вам расскажу. Всем привет, меня зовут Сайгерой Ван, это мой канал Мистер Кэт. Поехали! Друзья, у меня есть самое невероятное, самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition. Потом обязательно зацените, ссылочка внизу. Ну что, друзья, за кого? За империю или за братьев Бури? Очень-очень тяжелый выбор, но я уже давно определился. Почему? Сейчас вам все расскажу. Ульфрик Буревестник, обалденный голос, очень крутой, но вы находили его дневник? Досье в Талмарском посольстве. Давайте его почитаем. Ну, точнее, не его дневник, а просто талмарское досье. Когда вы проходите Талмарское посольство, вы находите вот такой вот интересный дневник за Ульфрика Буревестника. Давайте прочитаем. Статус агент. Он агент Талмара. Не сотрудничает, но сейчас не сотрудничает. Спящий. Это как бы говорится, что когда-то, возможно, он будет сотрудничать. Одобрение на уровне эмиссара. Это, честно говоря, немножечко не понимаю, если что, напишите мне в комментариях. Спасибо. Описание. Ярл Винхельма, предводитель восстания братьев Бури. Ветеран имперского легиона? То есть он был ветераном имперского легиона? Что? И Талмар, и империя? Все в одном? Это, конечно, странно. Друзья, на фоне мой сынок Ванюша. Ну, для тех, кто не знает, не пугайтесь. Ну что ж, личные данные. Ульфрик впервые попал в сферу нашего внимания во время Первой войны против Империи, когда он был захвачен в плен во время боев за башню Белого Золота. На допросе мы узнали о его потенциальной ценности, сын ярла Винхельма, и передали его как потенциального агента следователю Эленвен. Теперь первый эмиссар. Его убедили, что информация, полученная от него при допросе, сыграла решающую роль в захвате имперского города. На самом деле столица пала еще до того, как он раскололся. А затем позволили сбежать. После войны был установлен контакт, и Ульфрик оказался весьма полезным агентом, так как называемый маркерский инцидент был чрезвычайно ценен с точки зрения наших стратегических целей в Скайриме. Хотя в результате Ульфрик перестал идти на прямой контакт. Полностью перестал. Примечание. Прямой контакт возможен, только при крайней необходимости. Но в целом агента следует считать спящим. Пока гражданская война идет настолько вяло, как сейчас, мы не должны вмешиваться. Происшествие в Хеллене может служить примером ситуации, когда необходимо было сделать исключение. Очевидно, смерть Ульфрика заметно увеличила бы шансы Империи на победу и таким образом ослабила бы наши позиции в Скайриме. НБ. Убедительно, своевременное появление дракона в Хеллене все еще расследуется. Очевидный вывод. Силы, стоящие за драконами, также заинтересованы в продолжении войны. Но не следует сразу полагать, что их цели совпадают с нашими. Победа братьев Бури также нежелательна, поэтому даже опосредованная помощь Ульфрику должна быть аккуратно отмерена. Понимаете, что Ульфрик агент, но он сейчас не активен, и они не знают. Не знают, будет ли он сотрудничать. А вот интересный факт, смотрите. Друзья, помните это перемирие? Империя, братья Бури, все тут, и даже Талмар. Кстати, это Эленвен, та самая из дневника. Все усаживаемся, но... Нет, ты оскорбляешь нас, призвав ее на эти переговоры. Главную гонительницу Талоса. Ненадолго его хватило. Слушайте. Как всегда. Я имею полное право здесь присутствовать. Мне нужно убедиться, что принятые вами решения не противоречат конкордату Белого Золота. Она входит в имперскую делегацию. И не тебе решать, кого я приведу на совет. Пожалуйста. Если вы будете спорить об условиях проведения переговоров, то мы ни о чем не договоримся. Я думаю, стоит послушать, что скажет нам Давакин. Бородей Смира.
Ну и наглые же эти имперцы, а? Подумать только, мы будем сидеть с этой талмарской дрянью. Нет, либо она уйдет, либо мы. То есть, знаете, казалось бы, он должен был это все проигнорить, потому что он как бы агент, но нет. Он, во-первых, не сотрудничает и просто не переваривает. Не переваривает Талмар. Это значит что? Это значит, они что-то серьезно ему насолили. Теперь он полностью, вряд ли уже их спящий агент. Ты прав, Талмару нечего здесь делать. Я рад, что в этом мы согласны. Хорошо, Ульфрик. Наслаждайся своей жалкой победой. Талмарцы будут вести дела с любым правителем Скайрима. Мы не хотим вмешиваться в вашу гражданскую войну. Не хотят. Ну, конечно. Конечно, они не хотят. Сейчас, смотрите, как они вмешиваются. В самом начале игры. В самом начале игры мы встречаем генерала Туля с кем? Правильно, с Талмаром. Не вмешиваются они, совсем не вмешиваются. А с ними талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Помните, помните эту фразу? Также многие за братьев бурят только из-за того, что в самом начале империя пытается нас казнить. Понимаете? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. Им практически удается. Также, друзья, так же, как только мы прибегаем в Солитьюд, сразу видим, что Империя казнит воина-братьев Бури. Рогвер, ты помог Ульфрику-буревестнику бежать из города после убийства Верховного Короля Торуга. Открыв для Ульфрика ворота, ты предал народ Солитьюда. Не заслужил он последнего слова. Не было никакого убийства. Врешь! Ульфрик бросил вызов Торугу. Он победил короля в честном бою. Такова наша традиция. Таков древний обычай Скайрима и всех нордов. Долой! Долой! Да, друзья, его... Я иду в Совн... Эй, полегче! А? Опять Империя кого-то казнила. А скажите мне, почему разработчики не сделали так, что братья Бури, вы куда-то прибегаете и кого-то казнит? А? Почему? Почему именно Империя кого-то казнит? Не скрою, друзья, я немножечко посмотрел мнение очень крутых лорных чувачков, девочек, мальчиков, и большинство, на мое удивление, все-таки за Империю. Большинство Ульфрика просто ненавидят, не любят и утверждают, что огромный великий доминион, если вдруг братья Бури победят, захватят их просто пики-пики, без каких-то либо проблем. Интересненько это все. Также очень многие утверждают, что Ульфрик ужасный расист. Но, честно говоря, это немножечко странно. Сейчас объясню, почему. Город Винхельм – это единственный город во всем Скайриме, который больше всех принимает беженцев. Да-да-да, именно беженцев. Я не понимаю, почему мне постоянно пишут в комментариях, что Ульфрик – ужаснейший расист. Друзья, если бы он был расистом, он бы говорил: «Так, ребята, беженцы с Моровинда, отправляйтесь куда-нибудь подальше». Там Вайтран, Солитьюд, ну, у меня я не хочу, я вас не принимаю, вы мне не нравитесь. Понимаете? Понимаете, что он наоборот не расист, он принимает всех свой город, так что это все неправда. Все утверждают, что Доминион, эльфы без проблем захватят Скайрим, если победят братья Бури. И я такой: это интересно как. Через Моровинд вряд ли, Сирадил там Империя. Хаммерфелл еще не захвачен через Хайрок, но тут ужасные горы, они не пойдут только по воде. Только по воде, а что тут, это самая холодная часть Скайрима. Не буду томить, друзья, я за братьев Бури, я не хочу, чтобы Империя сувала свой нос также в Скайрим. И нифига, Доминион Скайрим
Не захватят. Сейчас я вам объясню почему. А почему я за Ульфрика? Потому что он отказался. Он сейчас всем сердцем. Только за Скайрим. Это слышно. Это слышно в его голосе, в его фразах. Он ненавидит империю Талмар. И это самое главное. Империя и так обнаглела. Они в Хайроке, они в Боровинде. Что, им мало сиродила? Я не пойму, какого черта они суют нос еще к Нордам? Ребята, многие блогеры просто колоссально говорят, что Доминион без проблем захватит Скайрим, если Империя будет проиграна. Только Империя сможет отбить. Конечно, имперцы с их талантом, какой там талант, находить больше золота? Ага, конечно. И представьте, Империя не будет драться на своей земле, на чужой земле. Какая мотивация? А Норд? Норд, во-первых, на секундочку, 50% сопротивления холоду. Ого, он будет здесь драться. На своей территории. На своей. Плюс у Норда будет ужаснейшая мотивация. Это его земля. Его земля. И он дерется за свою семью, за свой дом, за свой мир. Вы понимаете, один Норд просто заменит сотню, а то и две, а то и тысячу легионеров. О да, сопротивлению холоду имперцы. Не имперцы, эльфы, доминионы. Что у них? Они в основном маги, и, конечно же, они будут еще использовать магию холода, что Нордам просто пофиг. А на секундочку, в Скайриме есть еще оборотни, Йорваск. Вы представляете, что здесь доминион высаживаются и бегут Норду, их обгоняют эти вервольфы и просто уничтожают всех. И потом, на завершающий этап, доминион, плывущий на кораблях, слышит ужасный рев и вылетает Довокин с парочкой драконов, которые просто-напросто спаливают весь флот в хлам. Нафиг! Вот почему именно братья Буря должны победить. Потому что Скайрим для Нордов, для братьев Буря, и мистер Кэт за братьев Буря. Если у вас есть, конечно, возражения, то напишите. Только обоснуйте их. Хорошо? Все, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте! Счастья вам и добра!